Джим Рут, например, я думаю, слушай, ну, как бы песни Слепнота, при всем уважении, да, то есть, естественно, я как бы люблю Слепнот, но... Сейчас. Если открывать партии Слепнота, то там будет происходить просто вариации 0, 1, 2, 3, иногда 4, в редких случаях какой-нибудь 5, там 6, и все. Это будут просто нули какие-то. То есть, и все, там нет песен в таком понимании, допустим, как Сатриане, да? Как Сатриане может сейчас какого-то там рифца, да? Потом сейчас... Блять, все не строил, пизду, короче. То есть сейчас какие-то аккорды сложные, какие-то навороты. Слепнот весь это как бы вариации какой-то просто... То есть, да, там стружка, естественно, как бы качественнее, да, чем у того же самого Слэйра. Но это все как бы... Какие там песни у Слепнота, вот так, если посмотреть... Если брать гитарные партии, какие? Психосошел одну ночь, там тары тутары тутары тары тутары. Before Forget, тары тутары 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 тутары. Там ничего нету. То есть там просто, ну, как бы, реально несколько квинт и все. Поэтому я не знаю, как бы, примеров. Ты говоришь, что не любишь веселые песни, как же «Руки вверх». «Руки вверх» все в миноре. Ну, из того, что как бы все хитовые песни, это всегда просто полный минор, грусть и так далее.